Сорт томата «Мечта Алиса». Красивейший сорт. Вот у плодоножки вот такие вот фиолетовые полосы, которые плавно переходят в оранжевые, красные, розовые. Вообще бесподобный по красоте томат. Это высокорослый сорт томата. Высота куста может достигать до 2 метра 20 сантиметров в открытом грунте. Этот сорт обладает хорошей устойчивостью к различным заболеваниям и может плодоносить даже при низких температурах. В разрезе томат многокамерный, желто-розовая мякоть у него, очень сладкий по вкусу, имеет цитрусовую нотку. Рекомендуется для детей и для людей, которые сидят на диете. Лучше формировать этот куст 1-2 стебля и также обязательно посынкование. Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Если вы попробуете этот томат, он станет вашим любимым. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.